Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем играть в City Skylines. Да, мы построили здесь такой порт, поставили здесь дорогу, провели электричество. Все нормально у нас. Кстати, что у нас вообще с уровнем электричества? Ну, кстати, надо бы что-нибудь думать уже. Что-то уже пора. Так, как-то вот так можно, нет? Вот как-то вот так не получится. Ладно, тогда мы поставим в другом месте. Где-нибудь вот здесь попробовать, что ли. Так. Вот так можно. Сколько это будет стоить? 120 косарей. Ну, в принципе, можно накопить. Хотя, может, сразу вот эту поставить за 80 штук. Давайте поставим вот эту. Сколько вот это вырабатывает у нас гидроэлектростанция? Вырабатывает до 1600 мегаватт. Ну, блин. Тут повыгоднее будет. Сколько она? Посмотрим. 112 мегаватт. Нет, вы знаете, пожалуй, вот это нам будет выгодней. Вот здесь что-то еще есть. А что это? Атомная электростанция. Ну, атомную мы пока не потянем. Но вот эту вполне возможно. Так, где поставить ее? Где-нибудь подальше от города, может? Где-нибудь в промзоне, что ли? Давайте вот здесь. Так, ну, 150 плюс, да? 160 даже. Замечательно. Только что у нас здесь люди болеют, вот понять не могу. Вроде все построили. А что вам еще не хватает? То, что вы возле мусорки живете. Да, наверное, надо ее перенести как-нибудь. Это люди вообще там заболеют у меня. Так, здесь мы поставим, пожалуй, лесные промзоны. Так, только не такой дорогой. Поставим, пожалуй, нормальный. Вот так вот. Так, ну я думаю, пока хватит. Вот так. Текс. Вот здесь вот. Не знаю. Еще вот здесь вот можно поставить. Выходил из игры. Так, районы еще нужно отрисовать. Так, вот это у нас все будет лесная зона. Лесная промышленность. Так, надо будет там еще водопровод пустить. Вот. Замечательно. Теперь у нас здесь есть водопровод. Так, открывайте свои бамбуковые магазинчики. Так, это ферма у них такая, да? Хорошая мебель. Ну, тоже неплохо. Так, ну, я думаю, с такими темпами у нас просто появится слишком много производства. Нужно опять же сейчас население расширять и магазины тогда тоже. Так, а население мы, пожалуй, будем расширять ближе. Я хотел бы здесь заселить сначала все.
Да у нас здесь особо еще так и не заселились даже. Вот так вот. Вот так вот. Ну и здесь пару полос сделаем. Чтоб не думали. Так, и здесь поставим зоны. Какие? Правильно, жилые. Жилые зоны высокой плотности. Вот так вот. Даже вот так вот. А тут магазины сделаем. Отлично. Ну, и сделаем еще одну дорожку. Мост такой здесь. Так, веди мне мост сюда, пожалуйста. Так, ну давайте тогда продлим вот здесь вот. И просто соединим эти дороги, чтобы ровно было. Надеюсь, 500 надо денег. Ну ладно, пока он там думает, давайте тогда лучше водопровод проведем хотя бы. Так, вот такой вот водопровод мы делаем. Сюда водопровод. И вот сюда. Так, у нас пожарные, что ли, проблемы-то вообще не работают. Да не, вроде все должно работать. Так, ну давайте уже тогда сюда поставим, рядом с производствами пожарных. Так, раз пожарная. Ну, пускай пока постоит без электричества. Так, нужны еще труповозки нам. Так, раз труповозка. Где-нибудь вот здесь еще труповозку надо поставить. Так, 8 косарей стоит. Это ускорит много время. Чтоб прирост шел нормальный. Так, и труповозку вот здесь поставим. Вот здесь вот. Замечательно. Накапливается мусор. Ну, что я могу сделать? Давайте вывозить. Очищается, очищается. Нормальной эксплуатации. Еще с тобой делать будем. Так, ладно, что у нас в общем с медициной? Не, с медициной. Ну, с медициной у нас все нормально, слава богу. Вот свалку тебе надо вывести. Причем срочно. Давайте, может, где-нибудь очиститель какой-нибудь поставим. Тоже поблизости. Вот так вот. Ну, извините. Вы же болеть от него не будете, от очистителя. Или лучше все-таки перевести его тоже. Давайте лучше перенесем его от греха подальше. Посмотрим, где у нас какие зоны. В коммерческой зоне. Ну, в коммерческой зоне он, в принципе, никому мешать не должен. Мусор наш. Так. А что у нас здесь творится? Болеете, да? Крематорий вам, что ли, поставить? Давайте крематорий поставлю.
И где-нибудь здесь еще тоже поставлю. Даже вот здесь вот. Нет, ладно уже. Не буду увлекаться. Так. Огромный город. 42 тысячи. Ура. Так, что мы там можем построить теперь с огромным городом? Так, ладно, образование. Образование у нас все тоже. Так, школы. Школы, школы, школы. Надо детскую где-нибудь еще поставить. Вот, например, вот здесь вот. И, например, вот здесь вот. Неважно уже. Так, опять же, вот здесь надо ставить. Рядом с кладбищем. Школу детскую. В обязательном порядке. Так, где у нас школ не хватает? Вот здесь вот, типа, у нас необразованные живут, да? Ладно, с этим мы разобрались. С этим мы разобрались. Давайте посмотрим, что у нас с пробками. Так, ну здесь просто ужасные пробки у нас. Я хотел еще выкупить тот квадрат. Вот этот вот. Так, купить. Чтобы построить здесь хотя бы дорогу. Так, дорогу. Поставим параллельно этому мосту. Так, вот так вот. И вот так вот. Все отлично. Теперь здесь люди могут ездить. Обстроим здесь. Что построим здесь? Жилые зоны, что ли? Ну, можно, в принципе, здесь почва-то не загрязняется этими отходами. Поставим здесь пару домишек таких вот, больших. И проведем здесь водопровод. Отлично. Так. Очищаем свалочку. Так, что с тобой? 87%. Ну ладно, подождем. Так, опять же ускорим время, а то что-то оно замедлилось у нас. Так, а что у нас там? Скопился мусор. Ну, извините. Извините меня. Мэрия, может, и хорошая, но не настолько. Лица. Царь должен думать о главном, а не о каждом, да? Так, дорогу тут. Тут почему-то я не построил ничего. И как-нибудь дорогу еще тут надо поставить. Чтобы народ тоже мог заезжать сюда и сюда. И вот так вот. Замечательно. Так, что у нас теперь с пробками? Здание сгорело. Да, пожалуй, пожарную надо поставить еще где-нибудь депо. Пожарное депо. Побольше, посолидней. Чтоб не горели здания у нас. Вообще-то надо делать в промзоне уже. Но... Ну, в принципе, не помешает, да? Давайте где-нибудь еще сколько здесь поставим. Ну так, чтобы было. Так, теперь у нас здесь пожар, и здание сгорело. А все почему? Правильно, потому что у нас пробки. А пробки это что? А пробки это плохо. Значит, вот так вот разгрузим. Вот так вот разгрузим.
Но здесь мы уже разгрузить не сможем. Так, посносим вот эти вот здания, которые не нужны нам уже. Так, вот здесь вот надо свалочку разгрузить еще. Какие у вас проблемы? Так, ну, проблем уже нету. Как говорится, нету человека, нет проблемы, да? Так, ну теперь все в относительном порядке. И с электричеством у нас тоже, надеюсь, проблем нет. Так, проблем нет. А сколько электростанция вырабатывает? 640 мегаватт. Так неплохо. Есть над чем задуматься. Так, образование нужно ставить побольше. Чтобы у нас все доступно было. Побольше, посолидней. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Даже вот здесь вот поставим. Так. Ну. Ладно, не буду уже обижать так сотрудников правоохранительных органов. Просто поставлю где-нибудь здесь вот. А не с мусорками рядом. Так, замечательно. Ага. Все-таки пожарку надо вот здесь где-нибудь поставить. Чтобы они успевали уже ездить сюда на вызов. Кстати, что у нас там с зонами? Почему никто не строится? Весьма странно. Странно, странно. Так. Мы тут в любом случае будем что-то продлевать и делать. Так что давайте уже заранее поставим здесь еще один мост. Ну такой, чтоб... Ну блин, мне деньги не позволяют. Слишком, слишком большая роскошь. Так, болеют люди у нас тут. В чем проблема? Из-за чего болеете? О, здесь больница рядом находится. Так, а что у нас там с зонами? Ага. Ладно, ясно, понятно. Так, давайте здесь поставим тогда уже жилые зоны. Нет. Коммерческие зоны поставим. Магазинные такие. Так вот, помойку снесем мы. А прикольный городишко у нас получился. Такой, знаете. Давайте нормальную скорость включим. Воу. Так, а это у нас промышленная зона. Ага. Понятно. Вот так вот. Так. Полетели дальше. Смотрим, так сказать, от первого лица. Так, тут у нас все хорошо.
Так, пойдем сюда. Мэр рассматривал свои владения. Ничего, сколько мы до президента дослужимся, да? Так. Полицейское отделение или что это? По-моему, это скорая помощь. Да, это скорая помощь. Так, исчезни. Так, по мосту, по мосту, по мосту. Смотрим, как это вообще все это смотрится дело. Хорошо так. Только лишние говнянки надо вот эти поубирать. Поставить нормальные фильтры. Так, вот здесь у нас бамбуковые рощи начинаются. Росмебельстрой. Нифига себе, тут мусорников едет. Жесть просто. Так, ну помоечки наши городские. Так, я вот подумал, может здесь одностороннее движение сделать. Хотя, нормально сойдет. Эх, хорошо тут. Знаете, так по-современненькому. Что это за здание? А, ну, короче, кофейня. Ковине. Так, здесь райончик такой миленький. Не знаю, пока деньги копятся, можно полетать немного. Так, пальмы, 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 рощи, рощи, рощи. Какие-то велосипедисты едут. Так, ну здесь какое-то разворотное такое кольцо. Дикая территория. Ну, давайте здесь тоже что-нибудь построим, я не знаю. Здесь должно быть, по-моему, какое-то логическое продолжение. Что ли? Так, дорога. Так, у нас там еще не очистилось ничего. Так, я не хочу улучшать. Я хочу строить. Строить вот так вот. И сразу вот так вот. А чего вы болеете, вот не пойму. Слишком высокая плотность, наверное, да? Так, ладно, водичка есть тут? Водички нету. Поставим водичку тут. Взрослые 29, молодежь 53. Хм. Ну, не знать, не знать. Ладно, сейчас будем строить вам парки. Так, что со школами? Так, нужно среднюю поставить. Вот так вот. Вот так вот. Как-нибудь вот так вот. Так, пожарочки все нормально. Преступность, я не понимаю, то растет, то падает. О, я же хотел метро поставить. Точно, точно. Так. Так, здесь метрошечку. Здесь метрошечку. Здесь метрошечку. И как-то вот так вот тут метрошечку. Так.
Так, и давайте соединим все это. Так, вот так вот соединяем. Теперь вот так вот соединяем. Так, я вроде 4 строил, а вот там еще. И самую длинную станцию. Вот так вот. Как он так спускается, метро? Так вжух. Так, подожди, где-то воды тут не провел я. Так, вот вам воды. Хоть упейтесь. Так, ну давайте пригородные еще магазинчики поставим. Какие-нибудь вот такие издевательские. Так, подождите, нет, не то. Высокой плотности. Замечательно. Так, станция метро, станция метро. Так, раз. Два. Замечательно. Закрыли маршрут. Так, теперь открываем новый. Отсюда. До сюда. И отсюда. До сюда. Нет. Так вот. И вот так вот. Теперь отсюда и до сюда. И обратно. Отлично. Так, надо еще где-нибудь вот здесь метро поставить. Так. Проводим, проводим, проводим. Нет, фигня. Так, лучше отсюда я провести. Так. Вот так, и вот так. Вот так вот. Что-то у нас там сгорело такое нехорошее. Так, кучку эту снесем. Давайте здесь поставим. Это что, для людей ничего не жалко? Так. Нет, стоп. Вот так вот. Слишком крутой склон. Ну ладно уже. Сюда проведем такой. По кругу сделаем. Что-то я увлекся, по-моему. Так не считаете? Я вот что-то считаю. Так. Сюда, сюда. И отсюда. Так, стоп. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Замечательно у нас такая ветка метро получилась.
так вот. Двойная такая. Так, а давайте посмотрим, что у нас там с портами. Я не знаю. Железнодорожная станция. Товарные составы могут перемещаться как внутри города, так и за их пределы. Туристам путешествовать из одного города в другой. Давайте поставим для туристов. Вдоль дорог, что ли? Давайте вот здесь вот поставим. Теперь рельсы проведем. Как-то вот так. Стоп. Мне самому аж интересно стало. Ну ладно. Давайте все это дело обогнем. Ладно, не хочешь по-хорошему? Поставим тогда здесь вам. Возле коммерческих зон. Нет, это жилые зоны. Так, где у нас коммерческие? Ага, вот здесь вот. Тогда поставим здесь поездок у нас. Пускай будет. Вот так вот. И рельсы теперь ведем. Так, бульдозер, настало твое время. Так, время остановим пока. Так. И что-то с электричеством надо придумать вам. О, боже, ну держите ветрачок. Вот вам ветрачок. Хай крутит себе на здоровье. Вот так вот. Теперь посмотрим, что там с поездами у нас будет. Так, а о чем? Разве ни электричество ничего не пустил? Так, ну, работай давай. Крутись, как можешь. Так, где поезда, где туристы? Давайте для прикола поставим еще. Товарную, может, что ли. Хай ходит все тоже на здоровье. Только тут реально придется дорогу как-нибудь расширить. Так. Так. Здесь поставим товарную. Так, товарный поезд. Даже вот здесь поставим. И проведем рельсы. Ну,
Вот так вот, отлично. Так вот. И тебе тоже, собственно, ветрачок поставим. Небольшой такой. Вот так вот, для красоты. Не, очень прикольно вышло. Так, ладно, мэру пора заниматься проблемами города. Так, товарники ходят там. Нормально им. Так. Ну, только, походу, на них действует. Этому не надо маршрут свой прокладывать. Так, ладно, грузовой порт мы сделали. Хочу теперь сделать порт для туристов тоже. Так, ну давайте рядышком их сделаем. Ладно, техпортика пускай будет у нас. Ну как-то вот так. У нас там за текстурами оказался. А, блин, нет, надо дорогу снести тут, поставить все нормально. Так, и водички вам сюда кинуть. Так, отмена. Все, все есть у нас теперь. Так, теперь с мусорками надо решить. 73%. Что ж ты долгий-то такой? Фига у нас здесь мусором все завалило. Так, нет, надо время. Время уменьшить. Так, мусоросжигатели поставить. Тут вот. Так. Так, отмена. Объект очищается. Очищается, очищается и очищается. Хреново у нас все. Весьма-весьма хреново. Вообще работников не хватает. Каких тебе работников? Посмотри на эту статистику. Ну, поезда ходят, красиво так ходят. Пускай все идут. Так, ладно, посмотрим, что у нас по пробкам там. По пробкам у нас страшно все. Так я и думал. Ладно, давайте вот эти водосточные трубы перенесем. Перемещайся ты вот сюда. Вообще, ты знаешь что? Ты сюда не перемещайся, ты сюда. Вообще ни в коем случае не перемещайся. Тебя мы вообще снесем. Продолжить. Так, теперь трубень сюда. Так, вот эту фигню еще поставим здесь. Вот так вот. Просто что я это делал, хочу мост здесь поставить.
Да, мозг здесь мне вообще никак не влезает. Место уже занято. А что здесь у вас не занято? Так, можно вопрос, чем он тут занято? А, ветраком. Ну, сейчас переместим. Раз он так хочет, то переместим. Вот сюда тебя поставим, господин хороший. Вот так вот. А ветрачок наш тоже в другую сторону сместим. Поставим его куда-нибудь, сюда-нибудь. Так, а мост? Мост мы продлим. О, пожалуйста, наслаждайтесь. Кинул вам такой мостец, и тут классный. Вообще. Я не знаю, что сейчас делаю. Место уже занято. Да, мост вот так вот продлить не получится. А жаль. Весьма прилично получилось. И поставить здесь опять же промзону. То есть, смотрю, у них потребность у нас растет. Очень-очень резко. Так, мусорки. Мусорки. Как вы там поживаете? Я думаю, вот так вот нормально будет. Хай вывозят это все дело. Свалочка, ты как, очищаешься, моя родненькая? 71%. Что-то, походу, нифига она не очищается. Так, ладно, пробки мы разгрузили. Нифига мы их не разгрузили. Как были, так и есть. И остались. А если вот так вот? А если какую-нибудь жилую зону опять же таки сделать? Так, жилую зону и немного магазинов. Ну, что теперь скажете? Так, и водопровод вам, кстати, сюда чуть не забыл. Кстати, что-то у нас водопроводы уже почти недоступны. Это дело поправлять надо. Так, не-не-не-не-не-не-не, водопроводы мне нужны. Да, снести. Вот это вот тоже снести. Так, водопровод. Именно водопровод. Так, трубень сюда. И сюда. Ну, замечательно. Что здесь делать еще? А, кстати, забыл глянуть. Так, порт. Это туристический порт. Ладно, о чем самолет пока не можем. Нужно 60 тысяч населения. Ну, плюс 9 тысяч будет так. Поставим. Пока побалуемся еще с метро, наверное. Так, ну здесь метро, я думаю, пока не надо нам. Да где вообще нужно еще? По-моему, нигде уже не нужно. Ну, разве что как-то вот здесь поставить его.
тройная развязочка у нас получится. Сюда. Сюда. И обратно. Замечательно. Так, ну пробок, по идее, меньше должно было стать. Кстати, вот думаю, такая вот идея есть. Вот так вот сделать. Чтоб машинки и здесь ездили еще. Как-нибудь по-тихому. Вот так вот. Вот так вот. Ну и напрямую вот сюда уже. Так, застраиваем здесь промзоной, что осталось у нас. Так, что теперь с пробками? Ну, теперь мы здесь загрузили немного, но там разгрузили, да. Такое у нас есть. Такое присутствует. Так, а что если еще вот здесь вот сделать дорогу одну? И вот здесь одну дорогу. А здесь еще пару заводов посадить. Так, свалочка очистилась. Надо ее включить срочно. Хай работает. Так, смотрим, что дальше по пробкам у нас. Так. Так. Так, ну-ка вверх давай. Место уже занято. Ну, мы тогда в сторону немного сделаем. Вот так вот. Так, промышленники, работайте. Ну-ка. Ну, значит, было где-то место пустое. А, вот здесь? Нет, здесь давайте мы. Коли у нас здесь жилая зона, кстати, почему она еще до сих пор не застроена, я не понимаю. Наверное, никто не хочет ехать сюда. Ну, не хотите, как хотите. Сеньоры помидоры. О, жилой высокой плотности. Все, место хорошее занято. Не успели, значит, опоздали. У нас пока потребности вообще ни в чем нету. Разве что в магазинчиках. Так, у них там скопился мусор. Что ж я поделаю? Мусор к вам отдельно поставить, что ли? Давайте поставлю. Даже сжигательный заводик вам сделаю тут небольшой. Хай работают. Я завалю вас мусорками. Даже здесь поставлю вам мусорки. Приуныли. Чтоб сюда ездили сжигать. Я вообще так думаю, что может реально перенести все мусорки чисто в одну часть города. Почему бы и нет, да? Так, еще одну мусорку поставим. Ну, здесь сжигательные заводы поставим, а здесь мусорку поставим. Это такой, знаете, мусорный район у нас. Может сейчас потроллить их и сделать, знаете, что, чтобы для большой территории, чтобы земля здесь казалась привлекательной. Вот так вот. И, у. Отлично.
15 кустов стоит. Место занято. Ну давайте здесь сделаем. Шо, изверг какой-то. Здесь сделаем. А, я понял. Здесь типа вас не привлекает вас земля. Вообще никак. Подумали такая. А, тошниловка, а не место. Не хочу здесь жить. Так, ну я что-нибудь поскромнее поставлю здесь. Например, что-нибудь такое. Так, увеличиваем стоимость земли. Даже здесь можно поставить. Почему бы и нет? А чего вы здесь не хотите строиться? Уж здесь валка, да? Поставим вам сейчас вот эту вот. Посмотрим. Нет, давайте перенесем ее лучше сюда. Вот как-то вот так. Все, застраивайтесь только там. Ну чё, как я вас там затроллил, мусорный район? Ну вот здесь поставим. Чтоб не все так плохо было, как кажется. Здесь парк поставим. Нормально. Даже здесь поставим. Только поскромнее чуток. Во. Вот это я называю. Дело пошло. Вот здесь пах поставим. Только электричества там нету нифига. А мы здесь поставим, знаете что? Ну, я хотел здесь магазинчики поставить. Ну, пожалуй, поставлю вот здесь, я производство поставлю. Лесное, может, даже поставлю. Хотя пофиг. Хотя грех не использовать. Так, лесное поставим. Здесь у нас все будет леса добывать. Тоже. Так, заводы пока свои блевотные не ставьте, только здесь. Так, надо вам пока хватит нам. Ставим здесь лесную промышленность. Все. Ну вот. Готово. Так, теперь у нас опять нехватка в магазинах. Что тебе надо? Слишком мало служб. Давайте ментов посадим. Чё там жалуешься? Служб мало. Тебе какие службы больше всего нужны? Ну, давайте пожарочку здесь поставим, кстати говоря. Такую пожарочку поставим. Ладно, ребят. На этом, пожалуй, я закончу серию. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал, удачи и пока.